Здравствуйте, уважаемые геймеры! С вами снова Бертольд Африканцев. И это мое видео прохождение мода Far Cry по-русски. Часть третья. Бункер. Итак, мы оказались в бункере. Для начала я выкину снайперку. Она здесь не нужна. И возьму вот этот замечательнейший предмет. Дробовик. Точно не помню, как он здесь называется, но он поможет. Вперед. Что это было? А туда пару гранаток. Хрен тебе! Так. Ну, здесь вот вы видите дверь. А чтобы туда попасть, нужно найти карточку. Идем искать карточку. Сейчас я тебя беру. Что мы тут видим такую карточку интересную? Траген. Везет. Порву тебя в клочья. Мерка. Собственно говоря... и те для нас враги. И тех надо безжалостно уничтожать. Что трагенов, что мерков. Итак, карточка уже у меня. Идем дальше. А задание самое простое. Пройти через бункер. Ты слышишь? Это я говорю тебе. Ну, в таких местах надо жать кнопку по умолчанию, кнопка V, без проблем пролезать вот в эти воздуховоды. И здесь я вывел даже сообщение для особо одаренных. Вот так. Сообщение, что надо ложиться и нажимать эту кнопку. Ну вот здесь вы видите. Трубы. В одной из труб дырка. И идет оттуда очень горячий пар. Давайте попытаемся пройти. Нет, вот сначала я сохранюсь. А сейчас попытаюсь пройти. Может, что-нибудь получится? О, нет. Мгновенная смерть, так что не надо туда ходить, пока не отключите этот пар. Идем отключать пар. Хочешь еще, да? Ну эти баллоны я неспроста сюда поставил. Мне нравится, как они летают. Thank you.
вот, как вы видите, сообщение, что нужно лечь опять у вас появилось. И у меня оно появилось. Потому что по-другому здесь не пролезть. Вот говнюк какой. Ну да, кинув туда пару гранат, вы решите вопрос с вот этими трагинами. Подниматься высоко, вот отсюда видно. Да, вон туда подниматься. Туда пока лезть не надо вниз. Сразу лезем наверх. Включив фонарик, как вы видите, я включил фонарик. Ну, можете включать прибор ночного видения. В принципе, все равно. А можете ничего не включать. Но я фонарик включу. Честно говоря, в этих местах, скорее всего, вам придется часто падать, потому что я тоже часто здесь падаю. И без особой тренировки здесь не обойтись. Уродец. Все-таки зацепил меня. Опять ложимся. Вот так вот. Эй, кто там? Вот там. Как тебе это, сволочь? Хочешь еще, да? Злые мерки. Что они тут делают, интересно? Вот мне самому интересно, что они тут делают. Опс. Хочешь еще? Сейчас. Так, залезу-ка я сюда. А тут лежит бонус. Бронежилет и аптечка. Как раз кстати. При прыжках на эти лестницы я вам советую отодвигаться от стены. Потому что вот эти бордюры будут вам мешать. Оп! 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 Ну все, я наверху. Теперь надо аккуратно прыгнуть сюда. И вот то, что мне нужно. Вентиль. Кручу вентиль. Сейф. Музыка напряженная играет. Спускаемся вниз. Аккуратненько. Ой, все равно поранился. Ну, здесь тоже надо ложиться, но сообщения я здесь не вывел. Ну, тут ежу понятно, что надо лечь. Что произошло? Я пору тебя в клочья. Фонарик я выключу. Сразу вылазит это чудо. Ну, комнатка, конечно, похожа на одну из комнат
в оригинальном Far Cry. Здесь еще есть похожие места. Но есть и не похожие. Что за чертовщина? Ну вот, пар отключился. Видим там скопление народа. Пару раз туда пулемета. Ты слышал? Чертовщина. Попал. А здесь вот интересно, что двери не все открываются. Стоять, ублюдок! Они будут открываться по очереди. Не стоять! Ну вы поняли, да? Разбираемся в одной комнате, получаем доступ в другой комнате. Так, а здесь тоже нужна карточка. Вот она где-то здесь. Да, вот карточка. Неплохо. Я тебя вижу. Но сейчас начнутся очень серьезные разборки, так что без гранатомета здесь не обойтись. Вот он. Ух, что за ах. Шум? Ты в полной заднице, смотрите! Эй, есть там кто? Соси! Получай! Вот тебе! Я найду тебя! Отмены солнца! Давай же! Хорошо, когда есть много аптечек и бронежилетов. Что еще захотел? Ты покойник, приятель. Советую здесь прибор ночного видения. Им легче. Итак, расправившись со всеми, кто есть в этой комнате, мы получили сейф. Идем дальше. Здесь опять разборки с трагинами. Мерки дерутся с трагинами. Поможем и тем, и другим гранатами. Хочешь еще? Я понимаю, что это больно, но идем дальше. Эй, кто там шляется? Стоять! А кто кричал? Они же мертвые уже. Практически без потерь проходим эту комнату. Но это еще не самое страшное, что есть в этом бункере.
Ты ничего там не произошло? Это ты! Плохо тебе, приятно! Что здесь произошло? Очередные разборки с этой праздники. Мерками. Поможем, как всегда. Всем другим. Ну, тут тоже нужна карточка. А как же без карточки? Забираем карточку. Ты ничего там не делаешь? Эй, что здесь происходит? Покормим гранатками, ребята. Вот дерьмо! Попробуй. Ну, кто жив остался? Один только. Так, ну тут осталось только сесть в этот вагончик и поехать. И теперь нужно собрать воедино все свое внимание и вычислять злобных гранатометчиков и наемников с другим оружием. Лучше это делать при помощи прибора ночного видения. Но заряд прибора ночного видения не бесконечен. Он садится. Поэтому надо его периодически выключать, стараться сохранить его как можно дольше. Вон бегут уже. Сейчас это тебе почти приехали. Осталось-то чуть-чуть. Сейчас я до тебя донесу, тебя. Ох ты, зараза! Можно кинуть туда гранатку на всякий случай. Мне что-то померещилось. Блин!
странно. Мне показалось, я... Что... Что за хрень? Нет больше никого. Выходим из бункера, и что мы видим? Снайперская винтовка. Сразу выкидываем пустой гранатомет, берем винтовочку. И идем путешествовать дальше. Получаем задание. Постарайся не уничтожить лодку. Но это к тому, что если лодку все-таки не удастся оставить целой, вместе с лодкой кирдык наступит и главному герою. Так что лучше по лодке не стрелять. Ух ты! Вот это поза! Ты... Блин, а? Опс. Вот практически конец уровня. Осталось только столкнуть эту лодочку в воду. Нажимаем кнопку вперед и много-много раз кнопку действия. У меня это буква F. И едем отсюда.